Вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер Студія». З вами Крістіна Черневалова. І сьогодні будемо спілкуватися про класичну музику та старт музичного проєкту «Літні арт-сезони» в Лондонській. До нашої студії сьогодні завітала Анна Степанова. Провідна саксофоністка України, артистка Сельмер Паріж та Беджі Френс. Вітаю вас! Отож, хочу розпочати нашу розмову з такого маленького відео, з вашого виступу, щоб наші глядачі, телеглядачі, змогли окунутися в цю атмосферу. Отож, прошу включити відео. Ваш концерт «Рояль Баян» та 10 саксофонів відбудеться вже завтра, 26 червня. Що очікувати одеситам, любителям класичної музики від цього концерту? Ну, действительно, 26 июня в 19:30 в Лондонской на Приморском бульваре, в самом сердце Одессы, состоится концерт Sax Magic Gala Concert. Его так назвали ярко организаторы. И там будут принимать участие вот звезды нашей украинской сцены. Это Иван Ергиев, народный артист Украины, баянист, преподаватель, профессор Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой, а также знаменитый украинский джазовый пианист Алексей Петухов. И играть с ними всегда большая радость, потому что они не только прекрасные музыканты, блестящие, но еще и потрясающие импровизаторы, то есть они аранжируют музыку по-своему. И в нашем исполнении будет звучать музыка танго. Это из цикла «История танго», будет несколько частей исполнено в этом концерте. Также тут будут принимать участие мои студенты, студенты Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского, но все они уже опытные ребята, за их плечами международные конкурсы и фестивали, множество концертов, и каждый из них что-то исполнит сольно, и обязательно мы покажем несколько номеров, где будет 10 саксофонов, то есть такая коллаборация интересная. Вот. Музыка очень разнообразная будет звучать в этом концерте, как географически и Франция, и Бельгия, и Соединенные Штаты, Италия будут представлены, и украинская музыка будет также звучать, и в том числе она будет разная стилистически, то есть разные стили, разные жанры музыки будут представлены в концерте 26 июня в 19:30 в Лондонской. Як готувалися до концерту? Тому що я розумію, що поєднати різні стилі, різні жанри – це нелегка задача. Як з нею справлялися? Ну, вибирали репертуар за кілька місяців до цього события, готувалися, репетували багато, обігрувалися на різних площадках. І я повинна сказати, що це здорово, що у ребят є можливість не тільки в учебному процесі вот, показатися тільки где-то в університеті на екзаменах, але я їм даю можливість виступати. І це здорово, вони отримують цей опит, як організація, організаторський, так і виконавський, що вони зможуть в подальшому використовувати в своїй роботі. А як взагалі прийшла ідея ось такої колаборації між музикою та між професіоналами та ще студентами? І як студенти реагують на ось таку пропозицію співпрацювати з видатними людьми? Ну, вы знаете, это наша миссия, потому что все профессора, преподаватели, я считаю, что это наша миссия передать наши знания, умения, навыки подрастающему поколению. В моем случае это множество китайских саксофонистов, которые приехали в Украину и получают образование в Южноукраинском национальном педагогическом университете имени Ушинского. Это аспиранты наши. И это интересно и как студентам, так и педагогам. Які будуть звучати композиції, з чого почнете та яка улюблена ваша композиція буде звучати на цьому концерті?
Ну, я не буду называть всю программу, которая будет звучать. Скажу, что... Может, наизнаковейшая. Да, я хочу сказать, что просто программа будет многожанровой, многостилистической. И в моем исполнении будут звучать украинские композиции Виктора Власова, Ивана Ергиева. Хочу сказать, что в настоящий момент рождается первая в Украине хрестоматия для саксофона украинских авторов. Вот я сейчас работаю над такой книгой, и что интересно, в ней будет не только нотный материал, но также мы записываем в студии демо-версии, и там будут вот по QR-коду студент или ученик сможет прослушать демо и потом исполнить с партией фортепиано вместе. То есть такой будет замечательный учебный материал. И это приятно, что рождаются новые произведения для саксофона, в том числе могу похвастаться, что сотрудничаю с украинскими композиторами. Это есть композитор Евгений Станкович, который в 2020 году написал для меня «Карпатскую балладу». Это вот выдающийся наш украинский композитор, классик, ныне живущий. И чуть раньше, в 2018 году, Мирослав Михайлович Скорик написал для саксофона пьесу «Синхронизация». Вот, к сожалению, уже год как нет Мирослава Михайловича с нами, но музыка осталась, и она будет жить. Спасибо їм большое. Ну, якщо по секрету, то яка улюблена композиція? Которая будет звучать? Так. Ну, я думаю, что мои любимые композиции, которые прозвучат, это музыка в стиле танго Астора Пьяццолла, которые будут звучать в сопровождении вот народного артиста Украины, баяниста Ивана Ергиева и замечательного джазового пианиста Алексея Петухова. Розкажіть про підтримку концерту, тому що я розумію, що це спонсорські також програми були задійствовані. Що, хто допомагав, що це допомагало, були ж на фізичні, юридичні особи? Ну, конкретно этот концерт, можно сказать, что его организовала K-Group. Это K-Group концерт. Есть такая организация, которая проводит концерты в необычных местах. Вот так, например, у них есть концерты в Ботаническом саду сейчас, в Кирхе и вот в Большом зале отеля Лондонский. Но я всегда благодарна Сергею Васильевичу Кивалову за информационную поддержку. Вот этот концерт стал не исключением. Мы будем рады видеть Сергея Васильевича на нашем концерте. Ну и также хочу сказать, что у нас за плечами несколько лет сотрудничества. Мы проводили международный конкурс «Золотой саксофон» в Одессе и в Киеве в том числе. И в 2022 году, дай бог, тоже планируем провести четвертый международный конкурс «Золотой саксофон», который будет проходить в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского в Киеве. Так что спасибо большое за поддержку Сергею Васильевичу. Повернемось до красивих та незвичайних місць. Чому обрали саме готель «Лондонський»? Ну, это было приглашение организаторов K-Group. Это их фишка в таких нестандартных местах проводить концерты. И там действительно интересный исторический особняк с золотыми колоннами, с вензелями. Так что там можно будет и послушать музыку, и соединиться с прекрасным. То есть вы задоволены местом концерта? Да, локация шикарная. И это в центре города, поэтому ждем одесситов на концерт. Як щодо планів, творчих планів, можливо, конкурси, можливо, концерти, що чим порадуєте? Ну, сейчас у нас лето. После этого концерта немножко отдохнем, но поработаем в студии. Вот, как я сказала, работаем над хрестоматией для саксофона, это первый проект. Второй проект потихонечку начнем раскручивать вот подготовку к четвертому международному конкурсу «Золотой саксофон». Вот, собственно, вот это планы. Они достаточно большие, и нужно к ним идти. В том числе появляются постепенно концерты с оркестрами, есть приглашения в разных городах Украины, но немножечко позже об этом расскажу. А як щодо пандемії коронавірусу, як вона вплинула на ваші виступи, на ваші концерти? Чи не вплине вона на подальші ваші плани, тому що ніхто не знає, чого очікувати восени? Трудно сказать, да, чего мы можем очековать восени, но, тем не менее, я хочу сказать, что во время карантина мы все ждали, что будут концерты, но их продлевали карантин, и постепенно мы стали снимать видео, работать в студии, записывать музыку, снимать клипы. Вот это то, чем мы занимались на карантине, а сейчас постепенно появляются концерты, это замечательно, и... Конкурсы, концерты, оно все очень спонтанно сейчас появляется. Трудно планировать, потому что я так думаю, что другие города и страны тоже, у них такая же ситуация, они не могут далеко сильно планировать. Да.
Дякую вам велике. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися про концерт, який відбудеться завтра, 26 червня, на Приморському бульварі 11, в великій залі об 19:30. До нашої студії сьогодні завітала Анна Степанова, провідна саксофоністка України, артистка Сельмер Паріс та Беджі Франсе. Мене звати Крістіна Черновалова. До нових ефірів та гарного вам вечора.